В Международной федерации шахмат будут проведены коренные изменения. Об этом заявил избранный вице-президентом ФИДЕ, вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Магир Мамедов в интервью CBC. По его словам, работа в этом направлении уже началась, и будет проводиться она под лозунгом «ФИДЕ для шахматистов». Дети охотно занимаются шахматами. Родители их считают родители с большой охотой вовлекают детей в шахматы, знают, что это очень успешный, очень уважаемый вид деятельности, вид спорта. Мы активно продвигаем, будем продвигать, и ФИДЕ этому придается большое значение. Шахматы в школах, Chess in School, такая большая программа есть. В частности, я, скорее всего, себя тоже вижу в том, что я буду заниматься этой проблематикой и в Азербайджане, и во всем мире более плотно. Избрание представителей Азербайджана на высокие посты в международных организациях является показателем внимания и доверия к республике на мировом уровне. Махир Мамедов обещает оправдать оказанное ему доверие. Все то поколение шахматистов, специалистов, которые за эти годы, начиная с 70-х и до года независимости у нас есть, это наш абсолютно национальное достояние. Вот. Оно будет более плотно, более, активно вовлечено в мировые шахматные процессы. Я уже попросил, инициировал включение наших специалистов комиссии, комитеты, которые есть в недрах ФИДЕ. Так что мы плоды скоро увидим. По словам Магира Мамедова, выборы проходили в напряженной борьбе. В них принимали участие трое кандидатов, каждый из которых входил в команду из 5 человек. Магир Мамедов входил в команду избранного президентом ФИДЕ россиянина Аркадия Дворковича. Мы очень поздно начали нашу выборную кампанию. Это было конец мая, начало июня. Но, тем не менее, мы преуспели. И решающим в этом была схватка мировоззрений, схватка на то, каким мы видим будущее мировых шахмат. Избрание Магира Мамедова на высокий пост в Международной федерации шахмат высоко оценил и глава государства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил ему поздравительное письмо. Я хочу выразить глубокую благодарность, признательность президенту Азербайджанской республики господину Ильхаму Алиеву за его высокую оценку, за его поздравление по случаю избрания вице-президентом Международной шахматной федерации. Это меня окрыляет, это абсолютно на меня налагает большую ответственность, ибо я представляю Азербайджан, я представляю нашего президента, нашу страну. Октай Таев, Сурай Гулиева, Эльвин Гаджалиев, CBC.